Классический вальс, танго, полька и кадриль. В здании Русского драматического театра прошел ежегодный городской кадетский бал школы номер 58. Этот бал уже юбилейный, пятый. На этот раз танцы кружились 32 пары возрастом от 5 до 10 класса. Все кадеты изучают не только военную подготовку, но и культуру и историю своей страны. Быть военнослужащим российской армии – это в первую очередь любить родину, любить культуру, любить историю. И вот как раз классические танцы – это часть истории России. Я присутствую на таком мероприятии второй раз, восхищаюсь той работой, которую проводят наши педагоги. Каждую неделю ребята готовятся с 6 по 11 класс, занимаются. И вы представляете, они умеют танцевать 13-16 классических танцев. В завершении бала выбрали его короля и королеву среди старшеклассников. Ими стали старший сержант, ученик 10 класса Даниил Камалов и младший сержант, 10-классница Юлия Овсянкина. Выбрали и принца с принцессой. Это звание получил ефрейтор, 8-классник Сергей Козлов и младший сержант, ученица 8 класса Сылмек Будаева.